Всем привет! Завидово на проводе. Тверская область приветствует вас в моем лице. Меня зовут Карина. Вы на канале Мисс Карина Зав. Мир глазами женщины. И мой новый влог начинается со взора на окрестности в поселке Новозавидовском. Да, вот пока иду, кстати, снимаю на телефон. И хотела еще, знаете, спросить. Я не знаю, я ковырялась в своих настройках. У меня бывает иногда, вот видите, нет стабилизации. То ли у меня телефон не слишком навороченный, и отсутствует такая функция, то ли я не могу этого найти. Я вот иду, держу телефон, у меня нет стабилизации. Видите, иногда прям вот дрожит все. Расплывается, и фокус не ловит. Но я думаю, что меня простят, так как подписчиков у меня еще не так много. Я такой, знаете, не совсем уж навороченный, продвинутый блогер. Ну, а там, глядишь, авось я что-нибудь раздобуду в настройках. А там, глядишь, у меня подписчиков будет много. И глядишь, я куплю себе новый телефон. Ну, дай бог. Дай бог, называется, чтобы мечты у каждого сбывались. Вот она я, собственной персоной. Я, как всегда, если вы меня видите с рюкзаком, идущий по дороге, то это я иду с дачи. Что еще сказать? Это я иду с дачи. Вот, смотрите, я теперь такая смелая, машину пропустила. Машина, смотрите, поехала. А я такая смелая, машину пропустила, телефон не выключаю, иду, разговариваю. Ой, вчера у нас был день поселка. Вчера это во временном интервале, чтобы вам ориентироваться. Вчера это у нас было 14 число. День поселка Новозавидовский. Мы, правда, не ходили, потому что моросил дождь, и непонятно, то гроза собиралась. Думаем, ну куда мы пойдем с Серафимом? Промокнем еще все. Но по видеозаписям, по заметкам всех тех, кто там был, ну, вроде бы так все замечательно прошло. Даже по салюту, который был, можно уже судить о том, что ого-го, был хороший день поселка. Да, вот иду. Посмотрите, какое у меня лицо. Картошку можно жарить. Тут уже никакой тоник, никакой крем не поможет. Боже, как же душно, как же влажно. Просто вот уже от такой погоды тоже можно устать. И как же часто вспоминается Египет и Турция. Там хоть и жарко, но нет такой влажности. И так не запотевает лицо. Не запотевает. Ой, рука у меня что-то опять отваливается. И опять беду без селфи-палки. Да, хотела спросить. Если среди моих зрителей есть блогеры, да и не только блогеры, потому что сейчас все пользуются моноподами, есть ли такие, кто доволен своим моноподом? И напишите, какой у вас марки, фирмы, не знаю, как назвать. Ну, в общем, название монопода, который у вас. Потому что мой монопод от Avon я брала. Он распрекрасно подходит к моему телефону. Он, правда, не Bluetooth, а через проводок. Но Серафим хорошо в нем покопался, и мне уже муж его клеил, переклеивал. Я боюсь, что он опять даст трещины. Жалко, конечно, знаете, потерять телефон, потому что треснет монопод. Телефон уроню, и все полетит в тартарарын. Мне, конечно, этого не очень бы хотелось, поэтому прошу у вас совет, какой у вас монопод, селфи-палка. В общем, все вот в этом роде. Так, надо мне где-то еще по пути не сейчас одуванчиков нарвать. А то, видите, я иду с дачи, у меня такая вот корзиночка замечательная. Укропчику нарвала, салатику. Да, и по пути еще в магазине взяла бутылки с кефиром. Не знаю уж, буду ли я делать окрошку с кефиром, либо просто кефир выпью. Что-то как-то непонятно меня раздувает. Не подумайте, нет, я не беременна. Но что-то как-то килограммчиков поднабралось. Поэтому надо маленечко разгрузиться, что ли. Как говорят, кефирная диета. Даже не диета, знаете, это разгрузочные дни.
Что это такое? Провода. Думала, паутина какая-то надо мной висит. Разгрузочные дни. Надо в разгрузочный день выпить 1,5 литра кефира за день. И все. Я так, знаете, посчитала. Ну, бухгалтер. Бухгалтер во мне проснулся. Я посчитала, что это где-то через каждые 1,5 часа примерно по стаканчику, а то и чуть побольше кефирчика надо выпивать. Не знаю, может быть, попробовать, что будет. И сброшу ли я лишних эдаких 2-3 килограмма с такими разгрузочными днями. И выдержу ли я вот такую разгрузочную диетку. Да, иду сама уже одуванчики высматриваю. Высмотрела жирненьких, сорвала. Ну, все будет довольна. Да, ну, иду дальше по тропинке. Я думаю, что скоро эта тропинка набьет оскомину. Уже кто смотрит мои влоги. Да, еще спасибо тем, кто поблагодарил, что влоги выходят еще гораздо чаще. Теперь. Я в каких лепердосах иду. Но иначе не сказать. Вот такие вот бриджики леопардовые. Мама себе покупала. Но ей что-то не очень, а у меня ноги подлиннее. Поэтому для поселка сойдет. Ну, это, можно сказать, знаете, дачная жизнь, не иначе. Ой, ты какой сильный. Папу качаешь, да? Ты устал? Чего? Хочу разбавить свой влог косметическими покупками. Не стала делать отдельное видео. Пусть немножечко влог будет более разнообразным, поэтому расскажу именно здесь, что я купила для себя. Купила шампунь. Пробую такой шампунь впервые от марки Garnier. Это серия Botanic Therapy, тонизирующий шампунь. Я взяла для нормальных и склонных к жирности волос, без силиконов, без парабенов. Натуральный экстракт, как нам обещает производитель. Это масло чайного дерева, цветки апельсина и алоэ вера. Стоил, правда, не совсем дешево, 303 рубля. Посмотрим, как будут себя вести волосы. Для меня даже более важное, может быть, не то, как он промывает. Потому как я мою волосы каждый день, и пусть меня кинут тухлыми помидорами, для меня более важно, как волосы укладываются после использования того или иного шампуня. Поэтому посмотрим, как этот шампунь поспособствует моей укладке. Купила депиляционный крем, на этот раз Вельвет с ромашкой. Стоил он 83 рубля. Конечно же, именно купила в том магазине, о котором вам рассказывала в предыдущем влоге о своих покупках уходовых средств, где я увидела вот дешевле, туда зашла, решила посмотреть, не разобрали ли. Да, на самом деле он и есть. Это идет депилятор именно для интимных зон. Я взяла с ромашкой, которая более нежно воздействует, потому как я пользуюсь таким кремом именно для удаления волос на руках, чтобы уж не было ожогов, наверняка быть уверенной. Ну и взяла бальзам «Три ценные глины» L'Oréal Elsev для волос жирных у корней, сухих на кончиках. Хотела, правда, еще взять такой же шампунь, но шампуня не было. По поводу этого бальзама хочу сказать, для тех, кто хочет достичь при укладке волос эффекта, как будто бы вы использовали мусс или пенку для волос, но при этом пенки у вас нет, либо вы не хотите ее наносить, то есть лишнее средство отягощать ваши волосы, утяжелять ваши волосы. Поэтому я могу посоветовать именно вот такой вот бальзам, а уж вкупе с шампунем, так вообще эффект, да, сногсшибательный. Волосы не будут соломой, по крайней мере, у меня они соломы не становятся. Но при этом они не будут распадаться и не будут плавно-таки спадать, которого эффекта многие все-таки стараются добиться, у кого, например, длинные волосы, чтобы они струились.
Вот с этим бальзамом вы, конечно, этого не добьетесь, а полностью противоположный эффект получите. Ну что, по кулинариям еще немножко. Взяла у мамы кабачок, такой вот зелененький цукини. Сделала вот такое вот тесто. Потерла кабачок на терке, добавила соли, специи, яйцо и немножко репчатого лука постругала. И вот жарю вот такие вот кабачковые оладьи. Еще из уходовых косметических средств хочу упомянуть о маске-кондиционере против выпадения волос от марки Флоресан. Я беру уже второй раз, продается у нас в аптеке. Стоит 99 рублей, дешевле 100 рублей, куда уже бюджетнее, называется «Репейник». Достаточно емкая такая баночка. Можно использовать регулярно, то есть это не то, что раз в неделю вы нанесли маску на волосы. Нет, можно даже при каждом мытье волос использовать, предотвращает выпадение волос, стимулирует рост, облегчает расчесывание. Мне нравится эта маска. Действительно, мне кажется, может быть, это чисто мое ощущение, может быть, эффект плацебо, но мне кажется, волосы действительно выпадают меньше. И за такую бюджетную цену, такое эффективное средство, пахнет, конечно, не какими-то цветочными отдушками, а действительно таким репейничком, хорошим травяным ароматом. Я думаю, что это не помеха, и аромат не создаст никакой отрицательной стороны этому продукту. Так что могу вам советовать, у кого действительно выпадают волосы и кому нужно стимулировать луковицы, попробуйте, может быть, и вам действительно поможет. Марка Флоресан неплохая, выпускает достаточно качественную продукцию. На машине едем, да? Хорошо, едем. Ты там завел все? Колонка. Ага. Звук? Колонка, да? Надо, чтобы звук был. Хорошо, давай. О, как хорошо поехали. А ты руль-то крутишь? Это руль, да, у нас? Замечательно. Хороший такой руль, да? Мягкий. Друзья, на выходных приобрела себе вот такую вот футболочку размер оверсайз, я бы назвала, потому что я люблю такое свободненькое, я не совсем уж прям худенькая тетенька, поэтому решила взять немножко побольше такую футболочку. Она цвета слоновой кости, смотрите, такими вот небольшими, как бы так сфокусировать, такими небольшими разводами. Но вполне себе очень даже интересно смотрится вот с такой вот эмблемой. Я думаю, что с брючками вот будет самое то. Конечно, приобрела не только эту футболку, а приобрела еще себе ряд вещичек. Но о них расскажу позже. А вот сейчас, думаю, будет к месту рассказать именно про футболку. Потому что в общем луке, думаю, аутфит стоит посмотреть, как оно выглядит, как оно смотрится. Думаю, что даже вот такие вот оверсайз, свободненькие, простые хлопковые футболочки вполне себе создадут приятный образ. И да, скажу, что сегодня я вот так вот выгляжу с ободком, потому что влажность, потому что непонятно, что на голове, все падает. И даже вчера была такая погода, что тело просто липкое, как будто намазано каким-то медом или вареньем. Так что на сегодня это вот так вот, что-то полегче, что-то поприятнее к телу и что-то посвободнее в такую вот неприятную погоду. Друзья, была в магазине Fix Price, не стала выделять покупки, которые я совершила в этом магазине, в отдельное видео, поскольку их было не так уж и много, и поэтому в этом влоге расскажу вам еще о покупочках из магазина Fix Price. Я думаю, что данная тема очень популярна на YouTube среди всех зрителей, поэтому давайте посмотрим, что же я прикупила. Наверное, самый популярный товар, который все-таки присутствует в магазине Fix Price, это контейнеры, которые там можно найти всевозможные за бюджетную цену по любому случаю. Контейнеры для любого случая, по любому случаю, все, что хотите.
Поэтому я не была исключением, которая зашла туда тоже за контейнерами определенными. Не нашла, конечно, те, которые мне нужны были. Мне нужны были большие пластиковые прозрачные ящики. Вы подумаете, для чего же? Для игрушек? Нет, к сожалению, не для игрушек. Может быть, к счастью, не знаю, кто как приспосабливает. Я такие ящики искала для того, чтобы навести порядок в шкафу, чтобы сложить туда вещи определенного плана, например, свитера, либо колготы, либо брюки. Конечно же, вещи Серафима, потому что они наиболее маленькие по размеру, но их большее количество даже, чем у меня и у мужа, потому что ряд вещей отдали уже от других деток, которые выросли из них. И поэтому, чтобы в шкафу не было вот этой вот многоэтажности, и чтобы не вытаскивать одну вещь и не падала вся целая стопка, я просто хотела разложить эти вещи в прозрачные пластиковые ящики, которые можно поставить просто один на другой, и вытаскивать эту вещь из ящика, просто вытащить ящик, при этом другие вещи сохраняются в полном порядке. Ну, я их не нашла, но решила взять. Гадаю, что бы такого из оперы Fly Lady организовать тут. Я взяла вот такой вот контейнер, 99 рублей. Он идет с крышкой, и при этом еще мне понравилась вот такая вот интересная ручка. Смотрите, она вот так вот как будто бы на резиночке вытягивается. Емкий такой контейнер, сколько он идет? 27 на 21 на 16 сантиметров. Так что не для пищевых продуктов, правда, но я думаю, что для всего остального распрекрасно можно это все приспособить. Тем более вот такая вот яркая летняя сочная расцветочка. И взяла вот такую вот еще корзину с ручками. Вот такой вот интересный у нее, интересная вот такая форма у нее идет. Тоже достаточно емкая. Я думаю, что такую корзину, если мало пустых баночек скопится, можно даже использовать для демонстрации пустых баночек ежемесячно, потому как очень даже презентабельно и зрителю интересно. И мне удобно, что не где-то там все развалено, хотя у меня достаточно презентабельный ящик тоже для этого приспособлен. Те, кто смотрит мои видео о пустых баночках. Но, тем не менее, с ручками вот такая вот замечательная корзина, такого нежного цвета разведенного какао, как бы сказала Эвелина Хромченко, которая любит оттенки цветов называть какими-то этакими названиями. Да, и еще. В плане одежды в фикс-прайсе тоже можно найти неплохие вещицы. Конечно же, больше подходит для дома, вряд ли что-то презентабельное для выхода в свет вы там найдете, но все же. Я приобрела себе два домашних костюмчика, это маечка и шорты. Я взяла себе 48 размер, могу сказать, что действительно полноразмерный 48. И можно было брать отдельно. Эти вещи я подобрала вот именно в тон, что это комплектом вышло. Это вот такие шорты. Они немножечко такие выглядят, такой юбочкой расклешенной. Но для дома самое то. Просторненько, темно-синего цвета и с темно-синей окантовкой голубая маечка с рыбками. Я, конечно же, прошу прощения, что немножечко такое помятое, потому как я уже из стиральной машинки это все вытащила, все уже у меня высохло, и вот вам демонстрирую. И второй комплект кораллово-коричневого цвета, маечка коралловая с лошадкой-единорогом и коричневые шорты. Вот эта вот веревочка впереди, это просто имитация сделана. Так что ничего, шорты не затягиваются, они на резинке сделаны. Неплохие комплекты, могу сказать, даже уже после стирки. Почему я их постирала и вот решила уже вам демонстрировать, чтобы рассказать, как они повели себя после стирки. После стирки ничего, ткань не растянулась, все осталось на месте. Ни больше, ни меньше они не стали, ни села, ни растянулась, ни маечка, ни шорты.
Поэтому могу посоветовать для домашнего использования, даже в качестве пижамы, вполне себе очень даже презентабельные вещи. И покажу из бумажной продукции, что мне подарил муж. Потому что он был еще в фикс-прайсе без меня и привез мне вот такой вот блокнот. Знает, что я люблю всякие вот такие вот блокноты. Это блокнот с кошками на обложке. Называется «Позитивный блокнот». Ну, позитива, да, иногда мне не хватает. И могу сказать, вот такие вот розовые листы и еще с иллюстрациями. То есть блокнот действительно замечательный и с картиночками, и с иллюстрациями. То есть все, что хотите, можно записывать. Особенно, конечно, обратите внимание блогеры, кто ведет свой канал на Ютубе. Для Ютуба, для своего канала, конечно, не помешает вот такие вот позитивные блокноты. И еще мне привез книгу для записи кулинарных рецептов. Много всяких вот таких вот интересных книг для записи кулинарных рецептов. Но с появлением интернета в нашей жизни мы почему-то забываем вот это вот всякое бумажное полотно и думаем, что ой, зачем, в интернете глянем. А действительно, наверное, может быть и стоит записывать особенно удавшиеся блюда, которые понравились всей семье, и чтобы потом не забыть повторно их еще раз приготовить по случаю, может быть, даже какого-то праздника, заглянуть в книгу, тем более она идет вот с такими памятками. Вес продуктов, мерах, вес продуктов в мерах объема. В общем, вся полезная информация, которая необходима для кулинарии, для готовки, в общем, для всего. И вот так вот все разлиновано. Может быть, действительно, вот такие вот книги необходимы. Почему мы про них забываем, к сожалению, не знаю. Да, и у кого есть дети, не забудьте, что в фикс-прайсе можно приобрести всевозможные карандаши, фломастеры, ручки. И поэтому папа у нас приобрел Серафиму вот такой набор фломастеров. Они идут на водной основе, так что даже маленькие детки, которые только начинают рисовать, могут не переживать, а точнее не детки, а их родители. Вот такие вот фломастеры в удобной очень упаковке. Баночка вот так вот закручивается с ручкой вот такой силиконовой. И здесь вот тут вот располагаются 12 фломастеров. Конечно, крышечки открываются туговато у этих фломастеров. Родителям нужно все-таки детям будет помогать. Но, несмотря на это, фломастеры действительно яркие, действительно качественные. Не знаю, как долго они прорисуют, продержатся у нас. Но все же могу посоветовать. Действительно, 77 рублей для фломастеров 12 цветов на водной основе. Без всяких переживаний, но море радости. Так что я думаю, что нужно обратить внимание и на такую продукцию.